В средней школе гимназии города Коннаев с большим размахом отметили праздник Наурыз. Талантливые ученики продемонстрировали традиции и обычаи весеннего дня равноденствия. Тему продолжит Аружан Тнеибаева. Буквально с порога коллектив школы в национальных костюмах и с песнями встретили своих гостей. Одним из главных элементов праздничного оформления стал казахский аул. Особую атмосферу этому торжеству придали установленные на каждом этаже юрты. В праздничной обстановке гостям продемонстрировали казахские национальные обычаи – тусау-кесер, символизирующий перерезание пут на ногах ребенка. Считаем, что празднование Наурыза – это прекрасная возможность научить детей народным традициям, народным обычаям. Звучат народные песни, игры. Дети обучаются уважать друг друга, уважать старших. Это очень полезно для воспитания, для связи поколений. Пусть Наурыз принесет в каждый дом счастье, благополучие, пусть наша страна процветает, наш Казахстан будет всегда впереди, и современность будет сочетаться с традицией, и традиции народные, они всегда будут служить для воспитания наших детей. Праздничное мероприятие не обошлось без спортивных национальных игр. Самое популярное среди них – перетягивание каната. Также на празднике гостей угощали различными национальными блюдами – куртом, баурсаками и традиционным наурыз-коже. Порадовала гостей и участников торжества и школьная концертная программа, в которую вошли яркие номера с красивыми танцами, песнями и инструментальными композициями. Наступил долгожданный праздник Наурыз. Сегодня в нашей школе его отметили на высоком уровне. Наурыз – традиционный праздник казахского народа. Такие замечательные обычаи очень активно пропагандируются в нашем учебном заведении. По мнению педагогов образовательного учреждения, наряду с другими национальными, необходимо знакомить детей и с прекрасными казахскими народными обычаями, чтобы привить чувство уважения и интереса к культуре коренного населения страны. Аружан Тнеибаева, Бекжан Кенжебай, телеканал ЖТСУ.